для ухода за телом. Но когда мы говорим про раздел детокс, то далеко не всем сразу понятно, из какого отдела мы перераспределяем средства на детокс. Что это такое и ну, где вы видели в супермаркете отдел, который, ну, в котором есть продукты, направленные на выведение токсинов. Мы уже сейчас приходим в супермаркет, и там все на вход. Все, что на себя намазать, всякие освежители, все, что можно вдохнуть, все, ну, все, что можно съесть, все достаточно ненатурально, токсично, с консервантами, с добавками. А тема детокса кому-то неизвестна, кому-то кто-то задумывается об этом. Но вы знаете, если взять любого среднестатистического человека, то абсолютно все люди испытывают сейчас результат интоксикации на себе, на своем здоровье. То есть абсолютно это касается даже тех людей, которые задумываются о натуральности продуктов, которые читают этикетки на продуктах, которые, может быть, покупают себе натуральные там, шампуни или гели для душа или какие-то еще средства. Но мы не находимся в вакууме. Даже если мы дома натуральными средствами убрали в доме, мы же там не сидим целый день. Кто-то ходит на работу, пришел в офис, а там неизвестно, чем мыли, и мы целый день неизвестно, чем дышим. Мы выходим на улицу, это экология. То есть есть еще такие моменты, что, может быть, мы и хотим найти натуральный продукт, но далеко не каждый день у нас есть возможность такая найти его и съесть, и употребить. И есть еще такие моменты соблазнов, когда мы приходим куда-то в гости или в кафе, в ресторан и понимаем, что продукт вредный, но хочется. И хотелось бы, конечно, вот некоторые, есть тут две категории людей. Есть категория людей, которые это все понимают, что все это так токсично, и ищут выход. А есть категория людей, которые, ну, может быть, не знают, я не скажу, что не понимают, но есть и такие, кто не понимает, есть те, кто не знает, может быть, не слышал о том, что есть такая система детокс, вообще выведение токсинов из организма, и то, что это нужно организму. Но в любом случае, и та, и другая категория людей, любой человек так или иначе решает проблемы интоксикации своего организма. То есть такие вещи, как головная боль, проблемы с давлением, проблемы с кишечником, что-то на коже, какие-либо высыпания, аллергические реакции, все это человека беспокоит, и он либо ищет там, пьет какую-то воду, делает какие-то смузи, покупает там фрукты, овощи, еще что-то, идет в аптеку, тратит деньги на всевозможные там средства для очищения кишечника, может быть, печени, но тоже сейчас разнообразие большое аптечных средств. Кто-то покупает таблетки от головы, от там, еще от чего-то, идут к врачу, тратят деньги на всевозможные ну, анализы, еще что-то. И я хочу сказать, что направление детокс, этот отдел в эко-маркете, как раз позволяет перераспределить деньги из аптек, из поликлиник, от врачей, от всяких анализов, как раз на отдел детокс. Детокс представляет собой... Там была картинка такая, простую коробочку, в ней 4 продукта, которые направлены на выведение токсинов. Все очень просто, чтобы это понять. Необходимо лишь знать, что у нас токсины все, вообще все, какие только есть, и консерванты, и канцерогены, и все, они делятся на 2 вида. Это жирорастворимые и водорастворимые. И в этой коробочке есть 2 продукта, которые направлены на выведение водорастворимых токсинов. И о них рассказала уже Света, о том, что это Coral Mine и H500. И есть 2 продукта, которые позволяют вывести водорастворимые токсины. И есть еще одна баночка, которая прилагается к этому набору. Это клетчатка, которая помогает вывести все токсины и шлаки из кишечника. Это все, что нужно любому человеку каждый день. То есть помогать своему организму выводить токсины каждый день. И когда люди приходят, они готовы купить этот набор детокс, он очень сильно их впечатляет, они сразу хотят очиститься. Но возникает вопрос, как часто это надо повторять, когда второй раз пропивать, или, может быть, одного раза на всю жизнь хватит. И это все зависит от того, насколько часто мы получаем токсины в организм. То есть этот вопрос иногда
меня удивляет так же, как, ну вот вы сделали дома уборку, сидите в чистоте, и вы так думаете, ну и как часто это повторять? Ну, то есть, насколько часто, ну, хотите, убирайте раз в год. Ну, то есть, живите в грязи, потом раз в год, раз генеральную уборочку сделали. Хотите, убирайте каждый день. Хотите, не мусорите, если вы так умеете. То есть все зависит от того, насколько вы сможете себя содержать в каком-то вакууме, там, оградить от всевозможных токсинов, шлаков, что сейчас практически невозможно. А для меня программа Detox – это программа на каждый день. Я ее использую постоянно, я не делаю перерывов. А у нас в Экомаркете есть продукты для детокса более глубокого очищения, есть антипаразитарные программы, то есть всем этим можно дополнять, но на программе детокс, ну, я знаю, что это не только я и многие пользователи продукта, то есть я вот уже 5 лет не хожу в аптеку, не хожу к врачам, не решаю какие-то там сложные вопросы по здоровью, на которые я могла бы потратить, может быть, и там не 3-4-5 тысяч в месяц, может быть, это, ну, то есть я смотрю на своих ровесников, и какие у людей проблемы со здоровьем, и я понимаю, что это могло мне стоить гораздо дороже. Поэтому выбор за вами. Да, Коловада – это тоже из направления детокс. Скажу про эту очистку. У нас есть программа для глубокой очистки организма. Это одна из моих самых любимых программ, и не только моих. Это двухнедельный санаторий на дому. Программа, которая позволяет за 2 недели почистить кровь, лимфу, печень, почки, кишечник, обновить свою микрофлору. То есть программа, которая дает 100% видимый, ощутимый результат. То есть когда это ощущение, как, ну, после уборки, да, все, что мы чувствуем, свежесть, легкость, энергию, бодрость, вдохновение. И это то состояние, когда наши окружающие начинают нас уже спрашивать, что ты с собой сделала, что произошло в твоей жизни, а это всего лишь мы почистились изнутри. И на этом мое выступление закончено. Я хочу пригласить следующего выступающего, своего партнера. Это Елена Субботина. Она расскажет вам об отделе «Функциональное питание».